А для горожан и гостей курорта, кроме ярких февральских воспоминаний жаркой спортивной борьбы, есть возможность посещать в течение года различные мероприятия международного уровня. Кроме того, люди с благодарностью отзываются обо всем, что сделано в олимпийской столице к зимним играм. Преобразовавшийся город радует и восхищает. Больше гостей, улицы красивые стали. Гуляем с удовольствием по улицам города. Я в восторге от Сочи, потому что такую инфраструктуру здесь сделали. И очень хорошие дороги, очень хорошие отели. Ну и плюс сегодня погода отличная, поэтому все отлично, нам нравится. Вот нам только что позвонили с Волгограда, у нас слякоть, грязь. Дождь, туман, а у вас просто, ну, живи и радуйся. Раньше я здесь был, года, наверное, 3 назад. Ну, по сравнению с теми временами стало чище намного. Есть на что посмотреть, хотя в городе. Даже вот, допустим, сзади вас, ну, хорошие клумбы. Раньше все равно ее не было. Дальше появились всевозможные развлечения. Нам вообще жаль, что так быстро все закончилось, так долго ждали. И все быстро закончилось. Но вообще город просто преобразился, очень нравится. И как улицы сделали, в принципе, и дорожки все сделали для пешеходов. Нам нравится. Люди, наоборот, стали больше приезжать. В грядущие выходные Сочи отметит год после игр целой серии спортивных мероприятий. В них можно будет принять участие не только в качестве зрителя. Стоит вспомнить и про олимпийские паспорта болельщиков. В субботу и воскресенье они дадут право на скидку в 20% в Сочи парк.